Баранки с собой. Здравствуйте, может, скажем. Здравствуйте. У нас сегодня мастер-класс по маффинам в одной из сети ресторанов Таллина. Приехали? Да. Будем выбираться? Угу. Давай. Слишком большой пак. Сейчас за всех у тебя. Везде у тебя спецодежда. Конечно. О! Какая красота! И легко готовить. Руки грязнуки будут. Руки грязнуки будут? Да. Все можете держаться за меня, если хотите. Да, давай, как профессионалы, все засучим рукава, у кого есть рукава, да? Чтобы не замазать, не запачкать людей, да? Маленькую девочку, видишь, она там стоит. Но я тоже посадила. Соня, иди сюда. Садись со мной. Садитесь вместе. Здесь у нас теплые лампы. Я буду выдавать салфетку. Давай настройте водичку. Гигиена, да? Прежде всего. Да-да-да, я сейчас настрою. Пойдем. Здесь куча дел. Пошли. Давай. Первую хочу попробовать. Можно? Только вы все не скушайте конфетки, ладно? А то что будем украшать потом? Кексик? Это уже не остается для украшения. Это для украшения. Просто попробуем, чего? Так потом ты все и попробуешь. И все сразу можешь. Может, оставь мне только топ стола. Ищем чужие руки. Вопрос коммуникации. Сложно, не могу. Нет, это тяжелое. Попробуй. Тесто? Я всегда пробовал сырое тесто. Да. Да. Конечно, пальцем обязательно. Только палец нужно будет помыть потом. Попробуй. Ну. Я тоже так в детстве делал. Да. Сырое тесто я ел. И жив, здоров, все нормально. Я мороженые пельмени из морозилки грыз. Коробочку поставим пока? Да. Можете поставить, никто не заберет, ребят. Их здесь полно. Охраняй мою. Да, буду охранять, конечно. Дело пахнет кексами. Я попробую пальчик. Так, ну что, давай, какой мы первый попробуем? Вот так вот. Давай сделаем один белый, один шоколадный, да, а один люблю... наполовину. Один смесь. Да. Я люблю один шоколадный. Как мы с тобой сходимся в наших вкусах? Давай. Итак, жди, пока она стечет туда. Можно немножко ее потрясти аккуратно. Так, аккуратно. А тут... Все нормально. Смотри, смотри, ты главное следи за ложкой. Давай, следующий груз берем, да? Я сама. Молодец. Да, будет у нас полосатик такой. Давайте. Все, начинай. Хочешь, чтобы они были разноцветные, да? Давай, Сонечка, держи черную. Поехали. Не, ложечку умеешь держать? Так, вот ложечку, как ложечку держать? Теперь шоколад. Подожди, давай сюда чуть-чуть еще добавим. Нет. Вот так вот, да, побольше. Давай, не проливай. Это Сар, как дела у тебя? Хорошо. Давай в следующую, может быть, накладываем. Давай в следующую, везде по чуть-чуть. Ягод много не бывает. Да. Давай в следующую, Сара. Давай, как будет, какие-то. Как раскрываем. Давай, да, отлично. Вкусно будет? Да. По чуть-чуть, что... Хочешь, да, вот эти, да, палочки? Наверное, достаточно. Сердечек много не бывает. Будешь сердечки класть, сердечки, да? Это рождественская елка, а не кекс, Сара. Ой-ой-ой, Сара, я боюсь уже. Папа! Это не кекс, Сара, это елка новогодняя. Выбирай, какие ты хочешь. А здесь орешки, шоколадки. Бери аккуратненько. Бери все осыпь. Очень щедро украшает, да. Богатый маффин будет. Да, рождественский. Давай, может быть, по одному, нет? Смотри. Там и маффин это... Если вкус хороший, то его должно быть много. Да. Это лучше.
Так. Сара, Сара, я боюсь уже за твои маффины, честное слово. Сара и Соня, говорю, еврейское счастье команда. Соня спокойная, а Сара такая. Сара. Сара закончится, зато сразу ее маффины видно. Они, они запекутся вообще в таком виде? Саре, думаешь, ну, мы сегодня узнаем это. Да? Мы же здесь экспериментируем. Понятно, экспериментальная кухня. Берите номер 3 и аккуратно несите, чтобы не ломать. На вынос. На вынос. Да. Сонечка, одержи, одержи. Тебе белый чоп. Опа. Что это значит? Люблю эти маффины. Сейчас их украшать будешь. Чтобы они были красивые. Так, так. Я уже немного волнуюсь. Смотри, счетчик может быть тут лежать, снизу чуть-чуть. Не спеши, только. Давайте покажу, как правильно счетчик держать. Вот так. Здесь очень смелые решения. Я даже не спорю. Давайте. Ох. Подожди, не нажимай. Вот это абстракция. Держи. О, да, вообще шедевр. Но еще? Лайфхаки. Можно начинать поедать. М-м-м. Спасибо. Вот что получилось, да? Да? Осторожно, ребятки, очень горячо. Не обожгитесь, пожалуйста. Фантастика. Ну, пойдем смотреть твои кексы. Иди, номер 2. Сара, иди сюда. Забирай свои вулканчики. Спасибо. Смотри, Сара. Я без палки. Что ты? Без палки я вешал. Ну, хорошо. Вот это твое. Твои вулканы. Вулканы. Ну, за одним столом стояли. Пока-пока. Пока-пока.